Привет, дорогие наши любимые друзья! Сегодня со мной Реюшка. Привет. И ваш Роман Степанов. Вы знаете, что я русский, а он американец. И вот мы как победители, наши страны победители Великой Отечественной войны, а для них Второй мировой войны, мы решили зайти к немцам и посмотреть, что у них там происходит. Может, они что-то там намечают. Сейчас проверим. Рэй, what the fuck? You couldn't find German music or something? This is French, dude. Там old school German class, да? Прям такой классный old school-ный бар. Вот мы сейчас уже сели. Вот такой прикольный немецкий ресторан. Ребята, я вообще в немецком ресторане последний раз был, может, где-то лет, наверное, 15 назад. Классический такой ресторанчик. Реюшка. Do you speak German? Kleiner. Kleiner? Kleiner. Get some kalbasina? Yeah, sure. Sauerkraut, nine? Achtung, Panzer. Принесли нам хлебушка, ребята, вот такого вот классного немецких хлебушек. Ну вот такой вот классический немецкий ресторан. Ну вот само меню, ребята. Я, конечно, мало чего здесь понимаю, но мне вот нравится Knackwurst. Заказал диетовую колу себе, и мне принесли ее вот в такой вот кружке классной, как будто пивасик. Здорово. Реюшка. So, 1945, huh? Here we are. Who would have thought? Oh, come on. That was a good one. You have skills to pour beer down, Ray. Смотрите, как кто учил Рэя пиво так наливать. Прикольный такой салатик. Тут морковка, капуста красная, шпинат и листики салата и обычная капуста. На закусочку, ребята, нам принесли вот такие вот прикольные немецкие колбаски. Bratwurst, Knackwurst. А вот это я не знаю, что такое, но это, скорее всего, Weisswurst. Oh yeah, thank you. И крендельки. Вот такие вот классные, хорошие крендельки. It's not bread. Oh, they're stuffed? Got it. Смотрите, там в них сырок находится. Ух ты, сырчанский. Кренделек сырчанский, прям под сардельки. О. My mouth is watering right now, excuse me. Да? Ну давай. О, горчичка. French mustard, German sausage. Just like it was in 1941. Yeah. Ммм, сырный бублик. Ребята, очень интересный факт. В магазине, когда их покупаете в магазине, они не такие вкусные. Они здесь, в этом ресторане, делают свои колбаски, поэтому это здорово. Bratwurst? That one was good. Knackwurst? Good. Yeah. Probably bratwurst in this one. The Weisswurst. Yeah. А мне они нравятся все. Польская хорошая тоже. Bratwurst классная, Knackwurst. И Weisswurst тоже. Ребята, принесли нам наше блюдо. Сейчас я вам покажу, что мы заказали. Я заказал два Knackwurst, капустка и картошка. Рэй заказал... Bratwurst. Mm-hmm. Bratwurst. Рэй заказал Bratwurst, капустка и картошка. Yes. Just as I remember. А Дебра заказала шницель. Шницель, котлетка вот такая вот классная. Хлебных корочках. Приятного вам аппетита. Мы сейчас попробуем. Капустка. Виктор. Ням-ням.
sehr gut вкусно. Надо лимончик чуть-чуть прямо вот на шницель вот так вот. Good? Mm-hmm. That, the sauerkraut is perfect. Горчичка, горчичка, горчичка. Люблю горчичку. Немецкая горчица, она не горчит, так как наша русская. Поэтому ее можно ложками есть, и ничего с вами не случится. Итак, knackwurst. Knackwurst – это телятина. Телятина с чесноком, провернутая, сделанная, прям колбаски классные. И слегка дымок, вкус дымка. Картошечка. Oh, man. That is good, huh? I'm telling you. Капуста соленая. Немецкая. Все идеально, ребята. Кислинка, слегка сладкий салат картофельный. И, конечно же, вот эти вот колбаски немецкие на курс, прям вот так. So, is it like in the Reichstag in 1945? Do you think this was their last meal in the bunker? Well, Hitler obviously not, because he was vegetarian. Sauerkraut's vegetarian. Who? Sauerkraut's vegetarian. Рэй, когда ты был в Германии, какие там тебе рестораны нравились? Yes. Lots of German food. You like that? Thank you. One. Yeah. О, ребята, было, конечно, очень вкусно. Просто конфетка. Я даю 9 из 10. 9. 9? Yes. 9? Yes. Probably 7. 7? Mm-hmm. I'd say 9 out of 10. That's what I said. The sausages were good. The schnitzel was not a lot of flavor. Huh. Okay. Same as 10? I mean, that stuff just took me back to my childhood in Chicago. Yeah? Любим вас, ребятки, целуем. Who won World War II? The Allies. Who were the Allies? Soviet Union, Britain, United States, and France to a smaller extent. The Mexicans. Целуем, любим, до скорого, пока. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.